Всем привет, дорогие друзья, с вами Факты Dota 2, и сегодня будем проверять такой факт, что тотем Вич-доктора будет миссовать с хайдграунда, то есть, ну, со ступенек, по любому герою. И давайте проверим это. Как видите, он миссует. Да, то есть не все тычечки попадают по мне, если вы могли заметить. Не все давай. Так, пиши рефреш, и давайте посмотрим, как будет работать это с Monkey King Bar, то есть с МКБ. Так-то да. Там пишут, что миссинги не должны проходить, то есть миссы. И ну всё, давай, посмотрим. И как видите, все равно как миссы... Как видите, миссы все равно есть. То есть, да, то есть нет смысла собирать Monkey King Bar на Вич-доктора. Я, конечно, понимаю, скорее всего, многие из вас это уже знали, но все-таки для новичков, ну или для людей, которые много играют в Dota, но не знаю, таких мелких фишечек, все-таки, думаю, будет интересно. Не надо писать в комментарии, типа, о, мы все знаем, что вы такие. Ну, это всегда найдутся такие люди, знаете, думаю, вам будут знакомы с этим делом. В общем, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш паблик и канал, тут будет много всяких видяшечек, будет подтверждение и разрушение всяких легенд, мифов и прочей фигни. В общем, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь паблик, канал и всем пока.